Хочу сказать несколько слов о конструкции, называемой металлопластовая конструкция обсадной колонны для скважин на воду. С моей точки зрения и с точки зрения понимающих буровиков, это чистое надувательство заказчика. Конструкция представляет из себя стальную трубу, внутрь которой обсажена ПНД из полиэтилена низкого давления труба. После того, как стальная труба сгниет, а это обязательно произойдет, сталь сейчас никакая, никто затрубную цементацию не делает, попадет в межтрубное пространство смесь глины, воды, песка и всего. И после этого ПНД трубу, которая не способна сопротивляться горному давлению, сожмет. Другими словами, опускают за лишние деньги вам пластиковую трубу, ставят стальную трубу, а конструкция становится неремонтопригодной и совершенно неумной. Дорогая, бестолковая конструкция.